Не скажи. И расслабься. Ой, что ты делаешь, мужик? Что ты делаешь, мужик? Зачем ты туда? Засунул в бак. Фотографуешь лимака. Вот там это. Он фоткал устрицу. Какой спелый арбузик. Какой сочный. Ой, нет, стоп, это точно арбуз? А он замороженный. Да, он откалывается, это замороженный арбуз. Медик и пчелы, вы гляньте. Ой-ой-ой, они, наверное, не поделятся с тобой. А нет, поделятся, посмотрите. Им, наверное, в кайф, когда забирают их мед. Что это? Ой-ой-ой, сдул, сожрали целый торт. Зачем? Пацану не досталось. Да, посмотрите, с днем рождения, братанчик, посмотрите на его лицо. Все довольны? А, это что такое? Это не настоящая рука. Вы посмотрите, это какая-то пластмассовая рука. У Димасика какой писяська, смотрите, гладит ее, гладит киску. Киска поглажена. Посмотрите, яйца. А что там? В яйцах. Что это? Это гнилое яйцо? Снег. Ёлки-палки. Вот эта дверь в гараж. Обалденная. Вы гляньте, что-то футуристичного. Да, такие двери в будущем, наверное, будут все ставить. Что это такое? Это кожа или это какая-то... Это какая-то грязь. Что это такое вообще? Может быть, это не грязь? Зубной пастой? Что? Что? А куда этот потом баллон засовывать? А вы вот это разводняк, капец. Что ковыряться в носу и кушать козявки? Осуждаю, нет, конечно. По заявлениям ученых, в них много хороших бактерий, которые формируют барьер против... Так вот почему я в детстве много болел. Не кушайте козявки, я вас спрашиваю. А вы... Смотрите, какая мягонькая штучка. Вау. Ой, я бы тут походил, прикольно. Ой. А вы тоже спите с арбузом колючим? Дичь нереально. Что это такое? Что это за такое? Нужно ли получить высшее образование? Конечно. Что это такое? Слишком маленькая, дайте мне большую. Обалдеть. Вот, пожалуйста, вам большой. Обманы всех маркетингов, маркетологов. А, посмотрите, сейчас возьмет в рот. Ёлки-палки, вы гляньте. Обалдеть. Это что такое? Это медик, да? Ё-моё. Он, по-моему, даже не жует, он в щеки набивает. Что это за чудики? Чё с ними? Чё это такое? Кто это такие вообще были? И Человек-паук, что они делали на нем? Ой, яичница. Или омлетик. Омлетик, альмя. Ой, 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 поднял его. Он присосался. Интересно. Сейчас, наверное, упадет. Ой. Гляньте, ё-моё. Песочек остался на том месте. Вот это да. Посмотрите, свечка тает. Обалдеть. Песенский это опять радио. Риана поет. А, кайфово, да, яйца растопили как. Яйца покатал свои. Что он сейчас? Пузырек. Какой-то пузырек сделал. Я с другом. Oh, is this one of those sibling videos? Ага. Oh my god, это видео, это мой брат. Look at them, they're scared to touch each other. Imagine if they start making out though. We would happy. Ой, блин! Is this one of those sibling videos? Это типа брат, а это сестра, ну вы поняли, да? О, сейчас как через дырочку. Ой-ой-ой.
через дырочки залез. Вау, класс. Стекло... А, стоп, он не треснет случайно, нет? Ё-моё. Как выглядит... Как... Что видит парикмахер, когда стрижет себя сзади? А у меня родинка сзади есть. Её нельзя задевать. А, посмотрите. Радужная борода. Каждый охотник желает знать... Ух ты, блин. Зачем она испачкала? Если вы так готовите и все время измазываете все по кухне, это идеальный вариант. А если этого не делать, то это тоже не понадобится 100%. Если не гадить, то не придется отмывать. Потрясающе. Вау, вот это растяжка. Ё-моё. Вау. Осуждай. Да нет, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Посмотрите, какая шевелюра у него. Ё-моё. Вот это да. Вот это он обрезал, конечно. Как у котика. Пушистик. Рыбку обрезал. Ой, я зевнул, ребят. Кто зевнул, лайк. Ой-ой-ой. Что это он делает вилами? Посмотрите. Он раскромсал эту землю. Аж трещина появилась. Что он сейчас там оттуда вытащит? Ёлки-палки. Что там? Ух ты, что это такое? Эй, мужик, посмотри, что там у меня. Осуждает. Получился. Вот это волна разрезает. Это, по-моему, серфинг, да? Там кто-то. Или нет, нет, это волна так идет. Нет, это просто волна так идет. Красиво. А, это волнорез тут стоит. Все понятно. Вы когда-нибудь видели, как делают баскетбольный мяч? Вы гляньте. Вот эту внешнюю сторону. Вот так вот и делают вручную. Ёлки-палки. Ни разу не видел. Ой. Ой, ножик, ножик. Посмотрите, как он приседает. Ой, тоналка. Вы гляньте, девочки, наверное, позавидуют все такой тоналке. Все прыщи, все жирные точки просто уходят от этой тоналки. Такая ровненькая кожа становится. Ё-моё. И она водостойкая. Осуждаю. Ой, зачем он... А, колесики вставляет. Я знаю эту штуку. Я помню, в школе у меня кто-то ездил, были такие штучки. Но они на самом деле очень неудобные, потому что на них ходить практически невозможно. Ты как на каблуках ходишь, вот так вот. И... Только приходится ехать. А, кольцо. Как вытащить кольцо? Вы гляньте. Вот это да. С возрастом, конечно, это кольцо все дальше и дальше заходит. Но его можно вытащить, посмотрите. Ой, пружинка, пружинка, вы гляньте, как она красиво делается. Так ровненько. Вот это да. Вот так вот делает мочалка, ребята. Я это видел. Вот это вот. Вручную, представляете? Так что мойтесь аккуратно. Руками сделаем. Любите мясо. Да. 21 всего лишь не любит мясо. Ой. Посмотрите, как ровно сделать себе помаду. Угу. Девочки, учимся, учимся, учимся. Вау, как ровно получилось. Ух ты. Ух ты. Еще что-то побрызгало чем-то. Чем побрызгало? А блески какие-то на... О, поймал! Поймал! Я никогда не видел, чтобы кто-то ловил это. Это же разводняк нереальный. Просто это невозможно, это такая лотерея. Ну да, кстати, я от своих слов, видимо, не отказываюсь, потому что без помощи это невозможно сделать. Вы ловили? Пишите в комментах. Вот это тональник.
этот анальник. Превращаем Джеки Чана в Джеки Чана. Животное родилось 20 минут назад, но ты уже знаешь, что делать, я в 20 минут. Когда было настроение, скинула ему. Ой, блин, капец, это такая дичь. Понимаешь? Это пиздец. Ух ты. Кайфово. Мягонько заходит, гляньте, не вставляй дырочку такой. Пончики. Класс. Такие аппетитные. И сверху что-то такое. А еще мне нравится, когда внутри есть какая-то начинка. Это что они сделали? Под пленку загнали что-то? Под пленкой помыли. Краску слезает старую. Струи воды. Ой, это так аккуратно на самом деле. Это очень ровно. Когда мужик... Что? Из тебя? Из тебя. А, типа бревно, да? А, типа... Locked and loaded, command. А, ё-моё. Ё-моё, вот это прикольно. Вы тоже из палочек стреляли? А, это что такое? Это такой... Обалдеть. Это новые технологии, что ли? Это что такое вообще? А, он дисплей снял. С 16 лет? Вау. Как вам переплощение? Мяско. Ой, как же я ей захотел, ребята. Капец. Как же я захотел кушать. Блин, гляньте. Этот логотип. Ой. Разукрасили. Красиво, красиво. Кроны не красят. Это очень залипательно, это очень красиво. Гляньте. Вообще ни одного пропущенного места. Это что такое вылезло? Это из дырочек. Класс. Похоже на волосы чьи-то. Но нет, 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 они так быстро выпадают. Это не так быстро выпадают. Из этих дырок. Ой, вот это обалденно, конечно. Кайф. Ой, пока каждую... Ух ты. Очень залипательно. Безумно приятно. Расслабляюще. А-а-а, какая красота. Вы гляньте, как ровно он надрезает это все. Ой-ой-ой. Ой, вот это гладенький куст, как будто это какой-то мармеладик. Он еще так прыгает. Манга. Нет, это не манга был. Это маленькая девочка сидит на листе. Гляньте. Вот это маленькая... В форме перчика. Я купаюсь. Мол, проходящий рядом. Вы также моетесь. Я думал, это он делает доширак. Как быстро заполняет он коробочки эти. Супер, очень быстро. Ё-моё. У вас есть татушка, ребят? Вы бы хотели татушку? Я бы нет, если честно. А вы напишите. Ой, придумайте коммент к этому. В раздевалке с подружкой. Навалил. В мешок. Кирпичики. Как ровненько кладет, посмотрите, чтобы все вместились. Вау. Класс. И погнал. А, в руках! В зале сегодня. Как заделать дырочку. Потрясающе. Надо туда что-то вставить для начала, а потом шкурочкой подработать. А, чтобы заделать дырки, нужно, естественно, взять изоленту. Ой, блин! Вот это шлем, слушай! Прям разбил. Но он легкий, легкий. Это он не для этого предназначен. А это типа выдержит, да? Чем-то выдержал, а что с головой-то, ёлки-бал... Это что за... Это мазут или что это? Я бы сказал, что это, но не буду. В кучу влез также. Ой,
Это пельмешки? Ой, хороший способ такой. Ой. В мое время такого не было. Какие ровные брови. Кстати. Прикольно. Спонжики, посмотрите, сколько их маленькие, такие мягоньки. Муськи-пупуськи. Ух ты. Да, красота, классно, мне понравилось. Вау, кайф. Полилось из дырки, что это было вообще? Откуда там вода? На, покушай, сынок. Спасибо. Вик, прости меня, пожалуйста. Я был неправ. Только не я же. Я другую тебя поняла. Вовремя сознался, браток, вовремя. А вот так бы... Эх, потеряли пацана. Посмотрите. Он выдержит, нет? Девочки, у вас все нормально? Сосисон. Кто первый раз привел на свидание? Как мило. Ух ты, вот эта женщина. Девушки, вы хотите так накачаться? О! Это что такое? А, я понял. Это такие свечи есть еще. Бенгальский огонь. Их дуешь, 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 они не сдуваются. Эти свечи не гаснут. Ммм. Что сейчас будет? Блинчик жарить, говорит. Нет, точнее, он молчит. Ой-ой-ой. Потолку прилипло. А, к лампочке. Обалдеть. А, тапочки, кроксы, кроксы. Кто носит вообще кроксы? Честно, я не понимаю суть кроксов этих. И почему с них требуют такие конские деньги? Это те же самые галоши, только с дырками, как вы считаете? Вот они, кроксы. Тан-тан-тан. Вот так они делают кольца. Гляньте, руками, что ли? Да ну ты что, с ума сошел, что ли? Это на заводе делают, 100%. Может быть здесь, если завода нет. А, прикольно. Моет в дырочку, хоп-хоп-хоп-хоп. Прикольная, приятная вещь, ребят, согласитесь. Лайк, если вам понравилось, вы забили расслабились. Не забывайте талант плодить с этими приятными вещами. Подписывайтесь на канал, я знаю, что вы смотрите без подписки. Рассказывайте друзьям, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы сверху, потом на вас я сниму еще одно приятное видео, которое я для вас выберу. Так ведь вам понравится, а с вами был, как всегда, я, Райди. Здоровья, там, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы и будьте, конечно, здоровы. И увидимся же в новых видео, пока.